Привет всем любителям хорошего звука. В данном обзоре у нас будет усилитель Cambridge Audio Topaz AM10. Ну что ж, поехали. Усилитель Cambridge Audio Topaz AM10 для своей цены, в общем-то, неплох. Этот обзор будет посвящен любителям экономить на звуке, либо начинающим свой путь меломанам, либо всем тем, кто хочет поменять свой дешевый винтажный усилитель на более лучшее и более удобное. Встречайте интегральный усилитель Cambridge Audio Topaz AM10. Очень хороший усилитель начального уровня, который представляет собой довольно классическую в своей именно категории модель и класса. Усилитель имеет выходную мощность 2 по 35 Вт. Это для 8-омных колонок. Впрочем, если вы думаете, что он слишком простой и маломощный, вы его вообще не слышали в реале. Тип усилителя интегральный, количество каналов 2, класс усилителя D. Выходные параметры усилителя 2 по 35 Вт, это на 8 Ом. 5 входов источников сзади, один вход на передней панели для плееров, смартфонов, планшетов. Также присутствует встроенный фонокорректор для подключения проигрывателя пластинок. Полное дистанционное управление, пульт дистанционного управления в комплекте. Что сразу привлекает, так это полированная алюминиевая передняя панель, которая имеет разъем и вход 3,5. Так что вы можете подключить портативный или CD-плеер. Это отличное универсальное применение этого компонента для использования в домашних условиях. Сзади имеется 5 разъемов источников. Даже есть фонос для вертушки, а это редкость в наше время. Имеется, кстати, клемма заземления. Между прочим, надписи разъемов для удобства подключения дублированы снизу вверх. Посередине находятся клеммы для подсоединения акустики. Справа разъем 220, отстегивается кабель в комплекте. Cambridge Audio Topaz AM10 является новой линией. Благодаря отличному соотношению цены он способен отправить вас в мир хай-фай. Обеспечивает неплохой звук для данной цены устройства, хорошую музыкальность. Кстати, его музыкальность очень хороша для малых и средних размеров комнаты. Разнообразие входов усилителя, простой интерфейс и гладкий внешний вид делают его идеальным центральным устройством для вашего домашнего прослушивания. Альбом Yellow Toy 2016 довольно неплохо раскрыл данный усилитель для своего соотношения цены-качества. Показал без преувеличения, без размазывания вокал, и бас был на нем на месте. Яркий, четкий звук. Если вы ищете усилитель недорогой и удобный, то данный интегрированный усилитель Cambridge Audio Topaz AM10 понравится вам. Совет. Неплохой звук получился из комплекта ЦАП Audio DAC Magic 100 плюс усилитель Topaz AM10. Но более лучший звук выйдет из комплекта ЦАП Audio GD NFB11 или NFB 15 плюс усилитель Topaz AM10. Альбом Keiko Matsui 2016 хорошо и довольно умело Topaz AM10 воспроизвел. Также отлично было слушать этот усилитель в связке с акустикой на широкополосных динамиках. Audio Topaz AM10 является весьма доступным усилителем для возгрешения вашего заветного винила. Он включает в себя встроенный фонокорректор. Аккуратный дисплей AM10 дает полную обратную связь, к примеру, управляя громкостью, вы все видите на дисплее. Наконец, прилагаемый пульт дистанционного управления довольно удобный, и вы можете управлять всеми функциями, не вставая с дивана. Цена на усилители Cambridge Audio Topaz AM10 всего 22 500 плюс доставка по России бесплатная. С вами я прощаюсь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока. А ты подписался на канал?